Благодаря обширному экономическому потенциалу Азербайджана и Венгрии, отношения между двумя странами устойчиво развиваются. Компании с венгерским капиталом в Азербайджане задействованы в основном в сельском хозяйстве, транспорте, торговле и сервисе. А сейчас две страны углубляют взаимосвязи в энергетике, уделяя особое внимание экологически чистым проектам. Об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Кямал Аббасов в ходе 10-го заседания Азербайджана-Венгерской межправительственной комиссии, прошедшего накануне в Баку. Азербайджан и Венгрия развивают стратегическое энергетическое сотрудничество. Скоро оно пополнится зелеными проектами. Накануне прошла встреча Азербайджана-Венгерской рабочей группы, в рамках которой обсуждалось данное направление. Венгерские компании приглашены к участию в аукционе по строительству объекта на солнечной энергии. Есть и другие идеи. Кроме того, сотрудничество между странами налажено в рамках проекта «Кольцо солидарности», который предусматривает транспортировку дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу. Венгрия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном в энергетической сфере и ценит важную роль Баку в обеспечении энергобезопасности Европы. Будапешт поддерживает Южный газовый коридор и заинтересован в присоединении к нему. Кроме того, Венгрия и Азербайджан успешно продолжают работу над проектом подводного электрокабеля для передачи зеленой энергии по дну Черного моря. Все это стимулирует рост инвестиций венгерских компаний в энергетические проекты с Азербайджаном. Наши инвестиции в энергетическую сферу Азербайджана превысили 2 миллиарда долларов. Тем не менее, мы рассчитываем увеличить объем своих вложений и на долгосрочное сотрудничество. Сегодня у компании сложилось эффективное партнерство с ОКАР по проекту разработки блока месторождений Азери-Чирах-Гюнешли, а также в снабжении смазочными маслами и повышении нефтеотдачи. Инвестиции венгерских компаний в экономику Азербайджана, по данным Министерства экономики республики, в основном сконцентрированы в энергетическом секторе. Венгерские компании очень активны в таких сферах, как торговля и услуги, транспорт. Здесь занято 18 компаний. Они также заинтересованы в деятельности в Карабахе. В свою очередь мы хотим развивать сотрудничество с Венгрией в промышленности, создание промпарков и промзон, а также в проектах фармацевтики, финансово-банковской сфере, энергетике и переработке пищевой продукции. Еще одна сфера потенциального контакта – сельское хозяйство. Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом применения новых технологий, которые могут быть полезны в различных сегментах аграрной отрасли. Венгрия в настоящее время работает над совместными проектами с Агентством продовольственной безопасности Азербайджана. Мы считаем, что венгерский опыт, знания и применяемые технологии могут быть полезны в различных областях сельского хозяйства Азербайджана, в том числе в технологиях разведения скота, птицеводстве и сельскохозяйственных исследованиях. Мы также видим потенциал сотрудничества в производстве семян и генных банков, особенно в растениеводстве и кормлении животных. Для роста двусторонней торговли мы готовы экспортировать высококачественные семена, которые отвечают ожиданиям азербайджанских фермеров. Страны также могут развивать партнерство при производстве автобусов. Так, уже в ближайшее время начнется реализация проекта по сборке автобусов венгерских марок в Азербайджане. Фарид Адилов, Сабина Мурадова, Фарид Лачинов, CBC.